Всем приветики, дорогие друзья! Как ваше настроение? Как дела? Как предновогоднее настроение? Я сейчас, не поверите, стою у двери, потому что жду доставку, курьерскую доставку из интернет-магазина Wildberries. Мы заказали там папе на Новый год подарки. Три подарка, такие, сразу скажу, нужные подарки. Вот. Потому что папа сам себе никогда ничего не купит, честно скажу, он постоянно всегда всем говорит, у меня все есть, такой, знаете, а по факту ничего нет. Поэтому мы решили на этот Новый год всей семьей сложиться и сделать папе приятное, приобрести подарки. Вот, звонит курьер. Хорошо, заходите. Ой. Все, позвонил курьер, поэтому жду. Здравствуйте. Так. О, отлично. Так, раз, два, четыре. Все, хорошо. Все. Шесть позиций должно быть. Шесть позиций? Так, раз, два, три, четыре. Порву пакет. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все хорошо. Все, спасибо, все, до свидания. Все. Так, показываю. Отлично, пришло помимо подарка еще кое-что. Так, начнем распаковочку. Вот такую вот куртку. Блин, какая она классная, какая красивая, посмотрите. И не поверите, сколько она стоит, как вы думаете? 45 белорусских рублей, 45 или 43, я даже точную сумму не помню. Она зимняя, толстая, длинная. Конечно, это не мой размерчик, у папы то ли 56, то ли 58, не помню. Но вот такая зимняя куртка, просто круть. Вообще супер. Это подарок от мамы. Далее показываю спортивный красный костюм. Здесь он такой цвет красный антрацит. Получается, ну, просто спортивный костюм. Стоил 75 рублей. От сестры подарок. Это свитер. Вот такой вот синий свитер. Настюша, вот такую игрушечку, котика на колесиках. Но я сейчас Настюшку позову, мы вместе посмотрим на ее реакцию. А второе, это привезли, помните, я рассказывала, наклейки на детскую комнату. Облачки я заказала и как дополнение заказала еще зайчиков. Вот такие вот зайчики в комнату. Ну, я взяла их, потому что они с белыми облачками, и там у нас маленькие белые облачки. Я думаю, будут хорошо смотреться, потому что мы пока переклеивать не собираемся обои, пока Настюшка растет, маленькая, будет рисовать, поэтому украсим так. Так, все, перебазирую сейчас в другую комнату и перед Настюшкой открою котика. Настюшка, смотри, что мы тебе купили. Котик. Котик, это котик на колесиках, ой, его можно катать, смотри, как красиво, ничего себе, какой котеночек, как тебе, Настюшка, как тебе, давай посмотрим, он смотри, тут, ой, такая коротенькая веревочка. А чё такая коротенькая? Так, а голова это не будет? Котик на веревочке. Смотри, как его катать. Можно? Вот. За веревочку.
Да, такая короткая веревочка. Я думала, она будет, конечно, побольше. Настюшка, попробуй. Настюшка, попробуй за веревочку. Так коротенькая веревочка. Я, конечно, думала, она будет подлиннее. Я сделала себе компот. Ну, как сделала компот? У нас была перетертая смородина. И я ее кипяточком, так знаете, заварила. Залила. Ну, вкусно так получается. Вот, кстати, кто спрашивал, как Сережа? Сережа потихоньку идет на поправку. Ну, конечно, еще температурит. Вот, поэтому надеемся, что он скоро выздоровеет, вернется к нам домой, потому что, конечно, нам вдвоем очень скучно с Настюшкой, тяжело. У меня прям вон какие синяки под глазами. Дорогие друзья, завтра будет подведение моего новогоднего розыгрыша. Так что все те, кто еще не принял участие, обязательно заходите на мое видео, где я проводила новогодний розыгрыш, и пишите свой вариант ответа, какое у нас количество игрушек-медведей в квартире. Завтра мы с вами будем их считать все вместе с Настюшкой и выберем победителя. Если так окажется, что правильного варианта ответа не будет, то победителя будет два. Те, кто ближайшие числа назвал. На один больше и меньше, так получается так. Вот, так что я надеюсь, это не последний розыгрыш. Это мой первый розыгрыш, и я хочу еще следующий розыгрыш сделать к Рождеству. Вот, так что участвуйте, пишите, буду очень рада. Вот, так что все, дорогие друзья, пойду сейчас займусь подарками папиными, разложу все. Пойду Настюшку тоже готовить потихонечку ко сну. И увидимся с вами, как обычно, завтра. Всем пока-пока.